Всем большой привет! Сегодня я хочу приготовить рис с овощами. Он готовится очень легко и быстро. Я уже сковороду поставила на газовую плиту, включила газ и в сковороду налила растительное масло, чтобы масло разогрелось. Масло разогрелось, и я отправлю лук. Лук я уже нарезала мелким кубиком. И к луку я добавлю грибы. У меня грибы замороженные, лесные. Вы можете добавить любые грибы, какие вы любите. И лук с грибами я обжарю. Лук с грибами обжарился. И я теперь добавлю к луку и грибам морковь. Я ее натерла на крупной терке. Лук, грибы и морковь обжарились. Теперь я возьму форму. И в форму я выложу рис. Рис я уже промыла. К рису я добавлю обжаренный лук, морковь, грибы. Консервированную кукурузу. Немного посолю. Поперчу. У меня смесь перцев. И добавлю воды. Рис у меня был вот такой бокал один. Значит, воды я добавлю 1,5 бокала. Вода у меня горячая. 1 бокал. Пол бокала. Добавлю еще сушеный чеснок, 1 чайную ложку. И добавлю 1 лавровый лист. Добавлю еще немного масла подсолнечного, ложечки 2 столовых. И все хорошо перемешаю. Рис с овощами я перемешала. Теперь форму я накрою фольгой и поставлю рис в духовку в разогретую до 200 градусов. Готовится минут на 40-50. Рис с овощами в духовке приготовился. Я его готовил 40 минут. Рис получается рассыпчатый, очень вкусный. Готовится легко, быстро. Советую всем приготовить. Кому понравилось, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Оставайтесь со мной. У меня еще будет много простых и вкусных рецептов на моем канале. Всем до свидания, до новых встреч!